Ремонт дорог на четырех улицах города ведется в две смены. Всего на эти улицы выделен 1 миллиард тенге. Аким города Покыджан Баяхметов проинспектировал ход работ по ремонту дорожного полотна в левобережной части города. Подробнее в следующем видеосюжете. В городе на 90% завершены работы по проспекту Ауэзова. Полным ходом идет ремонт дорог по улицам Сорокина, Молдогалиева, Билибаева и Ускаменогорская. В настоящее время укладывается основной нижний слой асфальта. Аким города Бахаджан Баяхметов ознакомился с ходом работ. Подрядная компания «Семейский механический завод». Ранее эта компания выполняла ремонт улиц Ауэзова, Дулатова, Туристическая, Тарбагатайская и Иртышская. Он начался в начале августа и был завершен в течение одного месяца. На сегодняшний день мы занимаемся строительством участка улицы Сорокина с переходом на улицу Молдогалиева. Значит, участок Молдогалиева от улицы Сорокина до старого моста будет полностью отремонтирован средним ремонтом. Вот. Также параллельно будет вестись строительство, строительные работы на улицах Билибаева. Это район дальнего поселка, до птицефабрики. Основные Молдогалиева, Билибаева и Ускаменогорская. И там, будем говорить, мелкие такие улицы, которые планируем закончить к 15 октябрю. В настоящее время работы ведутся в две смены – дневную и ночную. Это необходимо для того, чтобы днем не доставлять неудобства автолюбителям и не создавать пробок. И спецтехника тоже современная, говорят рабочие. Подрядная компания намерена завершить работы до начала осенних осадков. В связи с тем, что уже близится зима, мы проводим ремонт дорог в две смены. Как видите, на улице Сорокина от проспекта Ауэзова до улицы Молдогалиева ведутся ночные ремонтные работы. То, что сейчас делается, укладывается нижний слой, основание. Также ведется работа по укладке асфальта. Всего на эти улицы выделен 1 миллиард тенге. Работы должны быть завершены до 15 октября. Также в этом году в поселке Птичник планируется провести средний ремонт дорог от улицы Билибаева до улицы Фабричной. Кроме того, будет отремонтирована дорога от улицы Ускаменогорская до улицы Лесозаготовительная, от улицы Карьерная до поселка Восход. Евгений Проскурин, Аяулым Бахыткызы, Рустем Турсыкбаев, Адильжан Бейсингазинов, телеканал «Семей».